have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! А, вот ты где. Пойдем сегодня с вами во Framed. Давненько мы здесь не были. Откуда-то у меня 200 штук баксов. Хей, ладно, я тут давно не тратился, хотя я не помню, чтобы я тут вообще тратился. Пик Framed. Немножечко что-то где-то как-то поменялось. Лобби или мне кажется? Лобби поменялось, да. По-моему, очень сильно дофига поменялось. Ну, ладно. Find the elements you've touched, watch your back, don't get caught. А где моя цель? Я не знаю. Погоди, а как раньше же можно было посмотреть? А, вот, check target. Все. Таргет. Я понял. Чувак со странным лицом. А, меня убили. Ты был моим хантером, я тебя поздравляю. Ну так-то я тебе искал, чтобы тебя убить. Я очень добрый человек. Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо. Чувак просто пришел, гопа, и все. Ну, как бы, да, но я же ничего... Милочку, если за мной кто-то охотится, я же не могу убить этого человека. Мне нужно убить только свою цель, правильно? Так-то да. То есть, если я вижу человека, который бежит на меня с ножом, я ничего не могу ему сделать. Ты можешь что-то сделать, правда... Ну, главное, чтобы тебя не видели. Так, у нас тут сатанист против Moonlit Breeze. Звучит интересно. На кого ставим? Давай в панк-пинг поиграем. А, блин, стой, а как... Вот. Нажми на тагу. Есть, всё. В общем-то, давай поиграем в панк-пинг. Панк-пинг, да, его же тоже изменили. Я готов. Ты много котов? Да-да, тише, что? Ах, ты ж мелкий, ладно. Да уйди, чувак, который говорит о Могус. Почему у меня... У меня эту заело. Я не... Видишь, она вверх дергается постоянно? Можешь нажми сначала вверх, а потом вниз. Не, погоди. Ладно. Этот чувак мешал мне играть. Да ладно, мешал играть. У меня управление зависло. Я не знаю, почему. Не знаю, почему. Не знаю. Почему? Почему? Так, понг. Да этот чувак, он... Да пошел он нафиг. Откройте дверь. Ладмил. Так, Studio Framed. Ну, я просто проголосовал за музей, потому что почему бы и нет. Not cool, man. Ну, он просто его зовут Dark Man. Not cool, я полицейский, man. Круто. Так, я понял, кого я ищу. А, теперь вместо... Раньше я видел активные фигурки? Серега, по-моему, вот этого не было. На самом деле, я настолько давно уже не играл в эту игру, что я не помню. Минечка, а Framed это обязательно игрок или это может быть кто-то из NPC-шных? Я, по-моему, обязательно игрок. Да, это обязательно игрок, но ты можешь проверять NPC, блин, потому что... Блин, цилиндра у меня нету? Я хочу себе в коллекцию NPC. Цилиндров этот цилиндр. Если вдруг кто еще не знает, у меня реально тут коллекция топ-хэтов, цилиндров. И я у меня больше. Потихонечку. Так, ты там полицейский, да? Да, я полицейский. Я вообще кроме полицейских еще пока никого не вижу. Я полицейский с разноцветной пушкой. Поздравляю, привет, ребят. Моя цель у вас? Это не ты? Ты кто? Это не ты? Ты кто? Это не ты. Как ты выглядишь? Я этот черный в белом костюме. О, привет. Привет. Если найдешь кого-то, кто достал вот моя пушку, цель. Зови меня. Чувак, чувак. Мне надо его быстро прибить. Черт, мне нужно убить свою цель. Никому нельзя показывать оружие при полицейских, или вы будете мертвы, все. Вот моя цель ходит в зеленом жилетике. Черт! Как его бьет?
Не убивай чувака в зеленом жилетике при нас, а то... За ним он охотится. Так, моя цель изменилась. Теперь моя цель чувак с пластырем. Кто ты? А! Он меня убил! Я в него попал пару раз, но он меня убил. Убейте его! Вот так, молодцы. Ха! Я все сделал. Скажи, ты спасибо. Я красавчик. Так, тун-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 тун. Я хочу искупаться, но почему я не могу это сделать? Моги. Но я реально не могу искупаться, здесь слишком мало воды. Какого фига это вообще бассейн, здесь даже не наполняется вода? Это что фонтан, чувак, ты купаешься в фонтане, не будь, пожалуйста, но это водопад. Тем человеком, который купается в фонтане. Это водопад огромнейший, со свежей водой здесь можно купаться. Да, это называется фонтан. Фрейм, ну-ка. Чувак с языком наружу. Это моя цель тоже. Он, чувак с языком наружу. Он черный? Да. Вот моя цель. О, его убили. Так, у меня есть новая цель. У меня новая цель. Улыбающаяся морда. Такие зубы скали, типа... Блин, цель изменилась. Блин, опять новая цель. Да-да-да-да-да, их убивают одного за другим. Цель изменилась. Смеющийся человек с закрытыми глазами. Это я убил твою цель, которая была моей целью. Спасибо, блин. У меня вопрос. Я когда-нибудь смогу в это выиграть? Эй-эй-эй-эй! За мной охотится! Ты можешь его убить? Убей его, убей! Сделай это! Сейчас сдует! Даже если он не твоя цель, просто убей его. Он меня первым убил. В смысле, я могу его убить, если он не моя цель? Да, можешь. А как так? Что? Да, получается, я могу убить вообще любого? Кроме полицейского. И даже полицейского могу. Да, но лучше этого не делать. Лучше убивай свою цель просто. Но пока я ищу свою цель, я же чья-то цель. Вот я сейчас пока искал своего чувака, меня просто нашли и убили. Погоди, погоди, тут надо разобраться. Фарзиорд? Серьезно? Что? Ну вот это... А, Фазриорд. Прикольный ник такой, ну... О, кстати, чувак мне... Ты уверен, то, что это ник, а не дисплейная? А сейчас уже никто ни в чем не может быть уверен. Да, я, по крайней мере, тот самый человек, который до сих пор использует ник вместо дисплейнейма, ну ладно. Дайте мне этот DB9, а, не, погоди, это DB5, я поехал. Все, ну я уже использую дисплейнейм, потому что я Ладушек. Я знаю, Кота Ладушек, нормальная такая смесь. Зеленоглазые коты. Да так, почему фрейм? Я опять фрейм? Так я потому что, ну, фрейм. Все фрейм, ну, то есть, обычно, ясно. Я! Да какого фига? На, сдохни. Ай, надо водички попить. Все, вы меня не видели. Все, попил водичку, теперь у меня восстановили жизни. Да пошел ты нафиг! Да какого фига? Он достал пушку, значит... Ха! Ты кто? Вот моя цель. Так, у меня лицо, у которое... Эй-эй-эй! Кто меня убил? Не, как ну, я короче, умер? У меня нет шансов тут выиграть, да? То есть это вот вообще бесполезно. Да какого фига? Как они меня убили? Они... Крысы. Крысы. Нет, ну я не знаю, какая там реакция должна быть, как этого, у мангуста, вот, ну то есть, ты видишь чувака, только достал пушку, тык-тык-тык, все, тебя уже нет, ну это как вообще? Не, я понимаю, что я этот, рачок-кабачок, и я не умею стрелять, но все равно хотелось бы, наверное, немножечко шанса на победу, ну это не про эту игру, ладно. Хэндканон. Ультрабыстрая пушка, которая можешь убить кого угодно за 5 секунд. За 5. Пожалуй-ка, я буду ее использовать. Так, может мне в магазинчик, кстати, сходить?
Да, у тебя все равно есть дофига бабла, ты можешь купить любую пушку, которую только захочешь. Ганза. Даже рандомно скину любую пушку. Маузер. Стой, они же по дэмэджу все одинаковые, да? Нет. Но я больше советую использовать хэнканон, МАК-10 и сикшотер. Сикшотер, по-моему, у него просто дофига дэмэджа, а МАК-10 это быстрострельный, да? Да, МАК-10 это быстрострельный. Хэндканон тоже крутая штука. А, минуточку, секшотер лучше, чем хэндган? Без понятия, но я просто захочу использовать хэндган сейчас. Хорошо. А как мне его теперь поменять? Хэндган? Ну, вообще пушку поменять. Просто нажимаешь вот на my spy, вот, вижу, нажимаешь на ган и выбираешь пушку, которую ты хочешь. Ясно. Еще ты можешь купить рандомный скин на что-то. Шляпа. Погоди, но я и так в шляпе хожу. Ну, ты можешь изменить свою шляпу, если хочешь. Я хочу вот эту, мистер Блу, топ хэт. Фейс, кастом фейс. Кастом колор, бади. А у меня шляпка совсем не подозрительная. Так. Ну, в принципе, я всем доволен. За такое количество бабла можно было бы еще скупиться, но... Ты бы поверил чуваку, у которого такое лицо на теле? С ником Умри? Ты бы ему поверил, в принципе, в жизни? Смотри, если бы такой чувак сказал мне, что хочет продать топор для того, чтобы это сделать, мне нужно прийти в полночь на кладбище, у меня бы, наверное, появились сомнения. А я бы точно поверил такому парню, он же совсем не страшный. Совсем не страшный. Вообще никак. Что? У меня цель чувак... Ой, шляпа! Я в шляпе, круто. У меня чувак с синими глазами. А, у меня новый охотник, фига себе. Только попробуйте достать пушку у меня на глазах. Я за тебя. Да. Так, ну, спасибо, блин. Ладно, я понаблюдаю за тобой. Если что, ребят, вы сегодня смотрите не мой геймплей, а мои сливы. То есть, это, знаете, вот как у Чана есть там неудачные кадры, то все-то вот... Сегодня серия неудач, просто специально сделанная подборочка того, как я сливаюсь. Как? Какого фига он меня убил? Раньше а были... знаешь, кто тебя убил? Кто? Чувак с доверительной улыбкой, которая тебе нравится. Да пошел он нафиг. Так, хорошо. Идем дальше в гамазинчик. Что я хочу? Я хочу себе, наверное... Хочу ли себе... Я, наверное, вот это возьму себе. Да. Body view... Face. А фейс новый, а, custom face. Не, лицо... 70 баксов? Не, спасибо, не хочу. Так, shirts. Можно докупить некоторые, но у меня практически все есть. Не знаю, хочу ли это все докупать. Passes. Это тоже робаксы, нет, спасибо. Guns. Я, в принципе, могу купить все. Да почему он постоянно выигрывает? Он уже задолбал своими выигрышами. О, я говорил, что я хочу вот эту штуку. А. 3000 баксов. Слушай, знаешь, сколько побед у этого чувака, который каждый раз выигрывает? Сколько? 1808 побед. Ну, давай предположим, что он умеет играть, да? Не. Да, в самом такие деле. Такие люди не должны, в принципе, играть в такую игру, им должна надоесть. Нет, они сюда как раз и приходят, потому что они побеждают. Ну, то есть человеку же нужно где-то побеждать в жизни. А вдруг человек пришел с работы, тот просто захотел расслабиться в какой-то игре? Не-не-не, эта формула работает только на Battlefield, ну и на всякое такое. В Roblox это не работает. Не работает. Короче, пошли они все нафиг, я буду каждого убивать, кто, в принципе, хоть на секунду нож достанет, он умрет. Такие люди не должны жить. Полицейский? Ты полицейский? Ты меня убил, спасибо. Я тебя не убивал. Да. Я другой полицейский, у которого разноцветная пушка такая и револьвер секшот. Так.
Я, кстати, тоже с этим секшотером ходил, но... Ладно. Слышу звуки пушки. Вон он, гаси его! Да какого фига? Сзади! Иди. Есть. Он убил второго полицейского. Да мне пофигу. Так, сзади тебя еще человек прыгает, но далеко. Я буду смотреть за тебя. Вон, сзади тебя еще один. Он пытается на крыше, меня вон убить. Он, видишь? Он может... По крыше сейчас... Так, осторожно. Ха! Есть, красиво. Ха! Из секшотера сколько патронов уходит, чтобы убить? 2-3. Ясно. Полис Вин. Флавлес Виктори. Ладно, там все равно одного полицейского убили. Это я выиграл. Я знаю, знаю, затащил. Айсак. Чувак, я тебя понимаю, я вот, собственно, так же играю. Жаль, конечно, тебя, беконоголовый, но вот мы, нубики, они вот, вот такие вот. Пулпати, давай пулпати. Ну, давай. Island Frame еще неплохо, но пулпати тоже вроде звучит хорошо. Нет, я фрейм! Дайте мне полицейскую роль. Я вообще еще ни разу за все это время не был бы полицейским, ты че? Так, квадратный рот, понял. Нет, на самом деле это... Ого, там уже кого-то гасит. Идея мне хорошая, но охотник. Фишка в том, что меня убивают гораздо быстрее, чем я могу хоть до кого-либо так, добраться. Улыбка. Черная улыбка. У меня квадратная улыбка, моя цель. У меня не квадратная улыбка. Блин, ну все такие подозрительные, я никому не буду доверять. Так, плачущий чувак, это не мое. Ах ты ж! Фига ли ты шевелишься? Так, где же это лицо? Где же оно? А, у тебя обычная улыбка, иди отсюда. У меня есть новый охотник, а где моя цель? Никто не знает. Кто у тебя? Ну, какая-то черная морда, у которой улыбка с красным языком. Понял. Ну-ка, у меня до сих пор квадратная улыбка, да. А какая там кожа? А? Какая светлая кожа? Светлая. Угу. У тебя черная кожа с улыбкой. Вон он сверху, тут у меня, по-моему. Какой-то черный чувак, он с ножом бегает. Умри! Да! Так, быстро убегать, нет! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Это был мой охотник, прикинь? Да, серьезно? Ты убил моего охотника. Скажи спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Kill, kill, kill. О, в смысле, а... Умри! Долбаные полицейские, я их не... Нет, нет, ну я же ж... Я убрал пушку. Ладно, я убил одного. Это уже прогресс. А, вот моя цель, квадратная улыбка, тварина со стаканчиком тут бегает. А-а-а. Я убил кого-то другого. Моя вот он полицейского была... убил. Моя цель была этот чувак с... сзади этого чувака с бокальчиком. Тут эп. Ха! Че, реально? Moonlit Breeze. Серьезно? Ой, это моя та, цель та, была... Та, за которой мы наблюдали. Что ж, моя цель была Moonlit Breeze. Серьезно? Которую... Да. Ты же говорил, что черный чувак. Ну я убил черного чувака своей смертью, а потом меня убил вот этот вот дебил. Ненавижу таких. Зато у меня есть больше денег, чем у всех. У меня 173 миллиона. Миллиона, ты уверен? Да, миллион. Не тысячи? Не тысячи, миллион. Откуда? У меня 196 тысяч. Я вообще не знаю, откуда, зачем тут такие бабки, если там что-то стоит 140 баксов, 150 баксов. И ты такой, у меня тут 196 тысяч, раньше, пожалуйста, заверните все. О, Undercover. Понимаешь, раньше был такой глич. Крутой. А, глич на бабло, блин, серьезно. Куплю-ка я, пожалуй, себе МП5. А, нет, не могу купить МП5, жалко. Кто моя цель? Так, смуглое лицо, обидное такое. Так, новая цель, плачущее лицо. Слушай, ты случайно не видел лицо, которое плачет? Такое нет. Странное, страшное. Чувак на крыше.
Уйдите, 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 пожалуйста, я вас прошу. Так, чувака, у которого... Так, чувак, у которого треугольные глаза. Спасибо. Так, где чувак с треугольными глазами? Слушай, а какая у тебя цель? У меня нет цели, я под прикрытием. Интересно, как ты выглядишь? Фиолетовый пиджак. А у меня такая кепка, я шпион. Или я не шпион. Лень читать. Чё у вас все такие не треугольные глаза? Где моя цель? А! Слушай, кажись, моя цель залезла на пальму. Это ты под прикрытием? Да. Какое у тебя лицо? Покажи мне свое лицо. Дай мне поглазеть на твое лицо. Ты как выглядишь вообще? Ты вот этот в зеленой рубашке? Да. Ага. Я не могу посмотреть на лицо вот этого вот кого-то челика. Как он выглядит? Как он вообще на пальму забрался? А. Что? Почему? Как ты узнал? Как ты узнал? Да! Я просто упал с крыши! Даже тот момент, когда меня не убили, я просто упал с крыши! Что вы знаете о тотальном невезении, ребят? Вот просто напишите мне в комментах, что вы знаете о тотальном невезении, если вы не были в такой ситуации. Это вообще как сейчас было? Мунлит, он вообще просто прячется в пальме, крыса. Я в него попал два раза. То есть я по него попал два раза, пока перезаряжался, я чуть-чуть отходил, чтобы найти лучший угол, и тупо упал с крыши в воду и утонул. Мунлит, долбанная крыса. Так, что у нас осталось? Два полицейских и Мунлит. Да подохни ты уже! А, нет, стой, есть еще кто-то. Да, есть еще сатанист этот самый. То есть Мунлит и сатанист у нас, как всегда, под конец остаются. Минуточку, что будет, когда закончится время? Полиция победит? Да. Или нет? Или да? Не знаю. О, 30 секунд. Сейчас посмотрим. Тыц. Ну, 20 секунд. Убили. Все, полиция победила. Да, хорошо. Ну, то есть, грубо говоря, моя команда победила, хотя я тут бездарно слился. Ладно, ребятушки, такие сегодня у нас пострелушки получились. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодцы. И всем покеда. Покеда.